Всем доброе утро, ребят, особенно любителям разработать ночные дырочки в Майнкрафте. В общем, поехали. У нас сегодня обзорчик на акции, которые есть. Что тут у нас есть на русском сервере? Подарок субботы. Значок титула 1000 штук. Сундук замка, комета. Мифическая карта. 8 штук 5 левела. Ни о чем, короче. Выращивай большая подарки, сокровищница. О, на столочка есть. Поехали посмотрим. Ну, в принципе, смотрите, божество за 8 пазлов. Это 10. То мастер рун 12, блядь. Ну, по расходникам свален. Но если, конечно, вам повезет. О, ничего себе. Эмблема 9. Я думал, что-то 10 эмблема будет, 9 штук. Так, что тут у нас получается? Вот что, когда дубль не выкидываешь, не дает тебе еще один шанс. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Ну, если бы два раза по 12 выкинуть, было бы, конечно, ну, я не знаю, чтобы мифическую карту забрать. Ну, а так, что у нас там? Обезьяна. Ну, такие, свален это, у кого нету его. Особо, чтобы круто было, я бы не сказал. Так, тут у нас огник. Сейчас посмотрим. Парящий остров тот же. Короче, ничего кроме... То же самое. Это вообще закрыто. В общем, странно, 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 что они после прошлого раза не добавляют. О, отлично, забираем наборчик за один самик. Что они не добавляют больше... этих сундуков копателя. Ну, в принципе, плюхи довольно таки неплохие. Халява, короче. Поехали на английский сервер, чекнем, что у нас на английском сегодня интересного есть. Также напоминаю, кто не знает, есть видосик с конкурсом на угадай Фрейю. Думаю, сегодня-завтра посмотрим, как по времени определю победителя, если он будет. Такс. Базар, набор накопления. 10 карт. Ну, то есть, чтобы вы поняли, нету смысла донатить на вот этих вот героев. Там особо много. Их можно получить с этих карт. И эти карты реально дофигища уже. Продают полным ходом. Так, ну тут ничего интересного. Тут тоже ничего интересного. Короче, всякую срань продают. Халявы никакой на рынке нету. Update gifts. Купончик. Сейчас попробуем его зафигачить. Чик. Вот он, купончик. И что у нас? Купон почера 600 гемс. Поехали посмотрим. Камик Рок. 10к самоцветов, Якицуны 30 штук. Ну, такое, честно скажу, не ахти. Не ахти. Так, что у нас тут по настолке? Но у нас настолочки, мне кажется, поярче в некоторых моментах, потому что здесь есть возможность забрать розу. Это получше будет. Орбы. Больше такого ничего. Так, коллекционер. О, за Атланта скин на Минотавра. Ничего себе, на малыша Ника. Чего нельзя купить? Просто Атланта и вытащить. Ну, для бездоната это особенная полезная скин на Минотавра, блядь. Это, по-моему, уже второй раз троллят. Лучше бы дали какие-то осколки. Ну, а так, в принципе, довольно-таки неплохо.
Так, что у нас тут интересного есть? Психощит. 6000 камней. Но вот самое интересное, вот то, что вот с этих сундуков, о которых я говорю, которых на русском так и нет, там за 17, за 20к можно вытащить монетки. И, соответственно, эти монетки потом обменять. Получить донатные герои. Это реально классно. На Тайване это за 5000 самоцветов. Здесь это таким образом делается. Ну, в принципе, неплохо. Такс. Че, мне на купон не хватило места, что ли? Странно, что у него. А, это совсем другое мы не забрали. Ну, относительно, в принципе, неплохо. Тоже такая же халява, как и на этом. Это старая настолочка с этой подружкой. Но вы, допустим, возьмете пак, вы сразу можете забрать Огника, сразу можете забрать Мэри, еще отсюда самики подрубить. Еще монеток подрубить, этих камешков. Вот, смотрите, можете Зефира сразу забрать за 10 баксов и, соответственно, получите все вот эти вот плюхи до 7800. В принципе, выгодная тема. Либо минимальное вот такое вот. Ну, это если вам нужны эти расходники. Поехали на немку. Купон, честно скажу, раньше был поинтереснее в плане того, что там давали расходники. Но сейчас этих расходников валом, в принципе. 10к само попутно. Там, допустим, для какого-то мелкого доната это довольно-таки неплохая тема. Такс, что у нас дальше? Что-то новое открылось. Сейчас заберем отсюда плюхи. На 12-й день. Что мне дали? 500 Эдельштейн. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, тут у нас накопление донатное. Ну, нормальное, кстати, накопление дают нового героя хотя бы уже. Никакой халявы нету. Так, я не понял, что у меня места не хватает. Фига себе, 500 самоцвета, вот так вот. Подгончик нормальный с утра, я вам скажу. Это немка, ребята. И смотрите, сразу только чики, упал один осколок. Что я могу сказать? Немка тащит. Так, я тут, наверное, никак. Так как я фармлю, я тут вряд ли что-то зафармил. Дальше до сундуков. Таким темпом. Так, все остальное вроде тоже. То же самое, ничего больше такого нового нету. Что там у нас сегодня? Суббота, надо будет зафармить. Сегодня здесь не провтыкать. Ну, я вам так скажу, немка, конечно, хороша. Самики копятся очень отлично здесь. Через 2 часа, ну как раз в 10 будет обновление, зайдем. Так, надо плюшки позабирать. Так, суки, поехали. Еще чекнем Тайваньку. Глянем, что там по новой локации. Кстати, ее так и не запустили, по-моему, на других серваках. Что-то тянут. Ожидают реакцию с Тайваня. Наверное, скорее всего.
Да, что-то Тайвань у нас вообще грузится полным ходом, смотрю. Ну не тупи, Тайвань. Смотрите. А, это батя был. Смотрю, только Аня, или это я только зашел? Только зашел сразу же, видите, сразу же подкидывают подгон для доната. Тайванцы знают. Знают, как завлечь. Так, что у нас тут интересного сегодня есть? Ну, пакеты эти накопления здесь, конечно, не идти, но мелкие надо забирать. Вы оттуда 3000 при обмене получите. Батя что-то уже тратил. Что-то он уже крутил, мутил. О, нифига себе. Зефир, лис. Тоже неплохое накопление. Вот, смотрите, еще один. Просто тупо заходишь в акции, и тебе сразу кидают новые плюхи. Все остальное без изменений по ходу пират. Че это такое у нас? Давай раздупляйся. Понятно все. Все понятно. Не хочет оно раздупляться. Ну и фиг с ним. В общем, такие вот акции, ребят. Но нету никаких прям мега-мега вау халяв. Ну, хотя, в принципе, на английском только вот недавно были сундучки, на других серваках пока нету их. Здесь тоже было бы неплохо, чтобы добавили, но тоже давно нету. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.